Отчав с крошечного плацдарма в Нормандии, захваченного в июне 44 года, союзные войска развернули фронт, который протянулся через всю Европу. Они наступали вглубь вражеской территории, одерживая победу за победой и освобождая миллионы людей. Но за успехи приходится дорого платить. Поначалу наши войска стремительно наступали. Линии снабжения растягивались, а личный состав был измотан до предела. Но с наступлением зимы командование союзников было вынуждено сбавить темп из-за постоянных перебоев со снабжением. Арденнский фронт в лесах Восточной Бельгии был сонным и спокойным, в отличие от других регионов. Его могли удерживать как неопытные новобранцы, так и усталые воины с других фронтов, заслужившие передышку перед вторжением в Германию. Так, новобранцы, слушай меня. Мы сменяем десантников на блокпосту «Фокс». Задача – караульная служба. Что-то здесь пустовато. Надо что-нибудь построить. У нас есть в запасе войска второго эшелона. Собрались. Парни прекрасные. Все заткнулись. Они знают толк в строительстве укреплений, так что их помощь на блокпосту нам очень пригодится. Наш выход идет. Войска второго эшелона прибыли на фронт. Войска второго эшелона к бою готовы. Ну-ка, кто тут у нас? Ну что ж, добро пожаловать на вечеринку. Надеюсь, вы отсюда никуда не денетесь. Пошли. Выдвигаемся. Вперед, бойцы! Эй, бойцы, слушай меня. Задание... Ну что, двинули? Шевелись, выходим. Да, наш выход, идем. Собрались. Ну что, двинули? Наш выход идет. Потопали. Если мы опоздаем, этот сукин сын Джексон житья нам не даст. Внимание. Ну что, двинули? Поступил приказ. Собираемся и выдвигаемся. Капитан Дерби, рад, что вы все-таки добрались. Ну да, на войну мы точно не опоздаем. Времени много, торопиться некуда. Не, еще не хватало, чтобы вы там надрывались из-за нас. Мы идем в Рошерад, там моих бойцов ждет горячий обед и душ. Они этого заслужили. Ладно, этот блокпост мы потеряли. Что-то здесь становится многолюдно. Если мы собираемся торчать тут всю зиму, надо бы позаботиться об укрытиях. Начнем с огневой позиции. Вон там, между окопами. Сбивали кучу своих же самолетов. Наш выход, идем. Идем, поступил приказ. Окопаемся здесь. Шевелись, выходим. Отлично! Берите пулемет и прикрывайте район. Подготовку огневой точки. Так, а теперь поставим противотанковые ловушки на дороге возле блокпоста. Выход, идем. Да, пора на выход. Пошли. За дело, ребята. Сменить руки. Итак, задача следующая. Пулеметная точка готова к бою. Идем, поступил приказ. Тревога! Все в укрытие! Поступил приказ.
Укрывайтесь в бункерах! Займите наблюдательный пункт! Нужна артиллерия! Срочно! Прямо сейчас! Черт возьми! Так, по центру мы их прижали. Открывайте огонь по всем, кто попытается зайти с фланга. Переносим огонь! Переносим! Они захватили нашу точку. Справа обходят! Огневая позиция. Левый фланг! Противник на левом фланге! Ага! Беги! Повышение! Беклись, коротовый! Бросай! Линия снабжения перекрыта! Немцы готовят наступление! Вытащите нас! Это нас стрела! Внимание! Исхода противника уничтожена! Доклады от разведгрупп. Немцы подходят с востока и идут на север в точку между вами и Рашератом. Что там с Джексоном и его десантниками в Рашерате? Пока на связь не вышли. Будут новости, сообщим. Держать позиции! Следите за перекрестком! Отряд сюда! Бегом! Пехота краудов уничтожена! Идем указать! Приказы! Пехота ликвидирована! Менять позицию! Близко! Черт! Кто-нибудь, вытащите нас! Вызывайте десант! Попробуем окружить этих гадов! Зона высадки за теми домами! Что же надо? Они рубят прямо по нам! Десантники ждут ваших приказов! Вот и они! Удерживаем зону высадки. Противник в тех домах. Выбить его оттуда. Все целы. Задело, парни. Пехота ликвидирована. Бегаем, гранаты. Ладно, бойцы. Наши люди. Крайне огонь. По нам. Не пускайте на фланг. Стрельнули. Сверлите дырочки, бойцы. Нас повысили. Как у вас обстановка? Хотят? Не очень. Крауты повсюду. Деревня окружена. Сможем прорваться в Кринкельт? Никак нет. Район кишит немцами. Нужно подтянуть другие сектора. Подтвердите обстановку. Востана, нам нужна связь помощнее. Захватите вышку в лесу. Подключимся к ней. Ну что, двинули?
выход, идем! Ну что, двинули? Бойцы, выполнять! Наш ход, бойцы. Выступаем. Идем в тыл противника, так что будьте бдительны. Идем на территорию противника. Смотреть в оба. Дандерболты готовы. Сделайте из краутов швейцарский сыр. Встречайте гостей! Десантники с нами! Менять позицию! Сегодня ваш день! Принимайте груз! Сейчас будет приказ! Все, что вы умеете! Готовьтесь к хорошей драке! Наш выход. Десантники к бою готовы. Выдвигаемся. Идем за линию фронта. Первыми не стрелять. Идем за линию фронта. Первыми огонь не открывать. Так, внимание. Пехота к нам! Отряд, не спать! Десантников не учат бездельничать. Куда прыгать? Батальонный штаб готов выслать припасы в любое время. Спецзаказ только для вас. Принимайте, парни! Вот эта точка на карте. Она должна быть наша. Все ясно. Запомните эту точку. Нам надо ее. Нам предстоит освободить эту территорию. Бойцы, пора в дорогу. Так, дуболомы, слушай сюда. Не спать, наш выход, идем. Ну что, двинули? По местам. Не ждем гостей. Наверное, это потому, что суслики не отстреливаются. Джексон к штабу, доложите обстановку, как слышно? Эдвардс на связи. Рад слышать, что вы еще держитесь. Джексон, вперед! Мы окружены. Мы закрепились в центре деревни и только что заняли радиовышку, но немцы повсюду. Исчезли. Вас понял. Удерживайте позиции и ждите новых указаний. Отбой. Бойцы, не знаю, насколько это все затянется, поэтому приказываю поставить стойку с бар. Ну что, двинули? Так, наш выход, идем. Оружейная стойка. Как только она будет готова, вся пехота вооружается. Оружейная. Ступайте туда и берите браунинги. Какие штуки! Хватай, кто сколько унесет! Так, Бейкер, приготовились. Будем прорываться в Рашират и спасать тех десантников. Джексон, это Эдвардс. Отправьте бойцов на окраину деревни. Попробуем обеспечить коридор отхода. Вас понял. Выдвигаемся. Ну что, двинули?
Наш выход идет. Механик, выдвигаемся. Ну, покатили. Машина готова. Экипаж на местах. Все, дождались. Используйте тактику совместных действий. Отлично, бойцы. Тактика взаимодействия помогает и пехоте, и технике. Давай, быстрее же! Менять позицию! Бегом! Специальный огонь! Отходим из базара! Доступен новый отряд. Мотострелки готовы выезжать. Наши мотострелки готовы. Уже выехали. Доступна тактика механизированного. Твою мать! У них Панцер 4 и не один! Вас видеть. Все катится к чертям. Крауты прут с севера и с востока. Я же сказал, мы вас прикроем. Уводите людей из Рошерата. Принято. Ряд пехот. Так, внимание. Десантники пойдут по дороге в сторону штаба. Прикрывайте их огнем, пока они не будут в безопасности. Астана, бери первую группу и веди к базе. Я пойду следом со второй группой. Есть, сэр! Первая группа! За мной! Вам на помощь выслан отряд мотострелков. Готов! Мы его сделали! Доступен координированный обстрел. Крауты даже опомниться не успеют. Держите район под контролем. Марш, марш, марш! Ну что, двинули? Отряд краудов уничтожен. Готов! Прямое попадание, готов! Под обстрелом! Прихожа противника, огонь без приказа! Прокладки забыли! Не давайте его найти! Черт, кто-нибудь вытащите нас! Так, значит это все. Я прикрываю тыл. Ладно, возвращай пехоту, но чтобы коридор был открыт. Координируйтесь по цели. Открывайте огонь! Засада! Продолжать движение! Продолжать движение! Мы потеряли машину! Джексон! Вперед! Вперед!
уцелевшим выйти на связь. Черт, где Джексон? Дерби, не в курсе, что с Джексоном? Мы потеряли его из виду, когда отступали. Там повсюду немцы. Немцы подтягивают войска. Что будем делать? Хватит терять бойцов. Отходим. Задача собрать уцелевших, понять, что за чертовщина нас атаковала, и организовать оборону. Декабря 44 года силы союзников подверглись массированному артобстрелу, который стал сигналом к началу немецкого контрнаступления в Арденских лесах. Немцы планировали разделить силы союзников надвое и захватить стратегический порт в Антверпене. Их расчет был безупречен. С наступлением зимы вся наша авиация осталась на земле из-за ухудшения погоды, чем немцы и воспользовались в полной мере. Две танковые дивизии атаковали слабо защищенный Ласхаймский коридор 72-километровым фронтом, прорываясь к Бельгии и Люксембургу. Спустя всего лишь сутки после начала немецкого наступления расстановка сил в Европе изменилась полностью. 5-я танковая армия атаковала Бастонь и Сен-Вит, рассчитывая взять под контроль местные перекрестки, а с ними и весь регион. Части армии США делали все возможное, чтобы не пропустить немцев вглубь своей территории. Фронт прогибался под натиском грозного врага, но это не ослабляло решимости наших бойцов. Thank you.